Осталось вот все-таки сказать о том, что вы сделали, но это только часть той работы, которую мы сами совместно провели. Можно добавлять и про дороги, можно добавлять и то, что мы обновляем технику буквально вот на той неделе, опять новый грейдер мы взяли для того, чтобы у нас с вами все-таки были безопасны, действительно комфортные дороги. Мы говорим про образование, про новую школу. Мы очень тяжело, очень большой, крупный проект. Мы вносим постоянно туда изменения. Изменения это касаемо именно модернизации. Нам Министерство образования дает дополнительные серьезные деньги для того, чтобы у нас действительно ребята интерактивные вещи, очень многие включались и, скажем так, учились на самом-самом современном оборудовании. Мы говорим о том, что у нас образование в этом году и пищеблоки новые получило. Я имею в виду, школы полностью заменили мы с вами оборудование. Мы заменили сами все деревянные, старые окна. Да, Ирина Сергеевна, смотрите. Поменяли окна. Это ведь стало ведь действительно комфортно, красиво и тепло, самое главное. Что хочу сказать. Огромное спасибо всем, кто в этом участвовал. Огромное спасибо новому депутатскому корпусу, которые очень, знаете, как с новой волной, с новой энергией включились и вносят свои какие-то коррективы, новые направления нам дают. И огромное спасибо то, что вот эта работа у нас с вами идет конструктивно. Ольга Викторовна, вам отдельное спасибо вот за организацию вот этой всей работы. И это не простые слова. У нас с вами расходы по сравнению с этим годом на 500 миллионов больше станет. То есть мы на следующий год с вами начинаем сразу 4,8 миллиарда. В январе это будет 4,9. Где-то в марте, я думаю, уже будет больше 5. То есть мы знаем о том, что в областном бюджете, Дмитрий Геннадьевич не даст обмануть, уже заложено для нас средства, будет, скажем так, программы до конца признаны, утверждены, и мы с вами получим те средства, которые все вы заслужили за ваш труд. Поэтому поздравляю вас с этим результатом. Конечно, хочется всем вам пожелать тепла, уюта, благополучия. Знайте, что Серов – это благодарный город. Мы с вами будем работать, и всегда это нам вернется. Вы самые-самые-самые. С наступающим Новым годом. Светлого 2023 года. Спасибо.